Всем доброго времени суток, ребятки. Вот такие новости у нас сегодня. Так, это у нас малыши жемчужного гурами. Вот. Кушают нормально. Скалярочки. Вот у нас тоже. Кушают хорошо. Все у них чудесненько, все у них прекрасненько, плавают. Кушают, плавают, какают. Ну, все как обычно. Там у нас все без изменений. В той банке, самой крайней, я поставил новую губку. Вода светлее. Здесь глупиши, все по-старому у них. Анцеструсы. Кушают салатик. У скаляров тоже все хорошо, все чудесно. У всех все хорошо. Так. Судя вот по этим скаляркам, здесь непоняток. Вот видите, стоит две кои, одна платина. И вот что-то вот очень-очень-очень вот непонятное у них, ребят. Кто из них отнерестится, непонятно. Стоят все четыре скалярки. Вон, видите, все стоят возле субстрата. Вот, я им сейчас включу свет. Вот. Включу свет, пусть будет свет. Так, ну этих барбусят все нормально, там они плавают в этой помойке. Я думаю, их сегодня переселю, но сегодня уже, так скажем, не особо у меня есть, ой, блин, желание. Вот самочка. Самочка рака. Икры вроде бы нету у нее. Вот. Так, это вот самочка, вон еще одна самочка, вон Жорик сидит, бандит, вот, раки все живые, все у них хорошо, вот, видите, я их шугану, вот, все у них чудесненько, чудесненько, классненько, да? Так, раз, два, три. Вот я хочу еще найти еще одну, а где она? Ага, четыре, да, все они, все на месте, тут раки. Все у них чики-бомбом. Вот, ну ладненько. Будем надеяться, что скоро отнерестятся. Там у рака тоже все хорошо. Здесь у них тоже. Вот, все как обычно, все чудесненько. Вот, сейчас покажу я, чем я сегодня занимался.